Рад приветствовать вас, друзья. С вами Илья. Сегодня хотелось бы обратиться к вам с небольшой просьбой поддержать единомышленника. Есть в YouTube такой канал «Дедусик Алекс». Александр Николаевич проводит там опросы обывателей. Как они относятся к полезности цен? Добрый день. Скажите, вас устраивают полезные цены? Ну, как устраивают? Смотря на что. Ну, на холодильнике, например, если вы холодильник решите взять, устраивают вас цены? Да кто это? Да я не обращал внимания. Не обращали еще, да? Не обращал внимания. Ну, сегодня света нет, я сегодня ходил, ходил посмотреть, сколько стоит. Ну, это все закрыто, а кто это? Да, да, да. Ну, спасибо. Вторжение в Украину наших войск. Нормально отношусь. Нормально? Да, уже они достали до... Они, Америка и другие, Англия, все. Не понимают и не хотят нас слушать. Они сами уже довели до этого. Но вы поддерживаете нашего президента? Обязательно поддерживаю. Только это справедливо все. И все. Я только за это. За то, что мирное население... Чтобы, да, наши братья все жили самых отличных, хорошо. Ну, а почему-то не получается жить? Потому что нас никто не слышит и не понимает. Что Россия, Путин говорит, что надо сидеть, договариваться, все делать. А они все это против. А вы какие каналы смотрите? Да я НТВ, я много каналов смотрю. А любимый канал ваш? Я РТР и НТВ. И Соловьева обязательно. Я Соловьева всегда смотрю. Любите Соловьева? Люблю. До самого полтора-полтретьего досматриваю. Вы только Соловьева. Соловьева. Нравится, да? Очень. Так вот, влепили Александру Николаевичу штраф по статье 20.3. .1. Ну, я со своей стороны, чем могу, помогу, и вас призываю как-то поддержать блогера, нашего единомышленника, который делает правильный контент, интересные опросы проводит. Не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными, поддержите, кто чем может. Подпиской, там, лайками, комментариями. Кто сможет, копеечкой поддержите. Номер карты и ссылку на канал я публикую под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.